Я хочу поздравить нас всех с праздником и пожелать, чтобы мы всегда с вами шли вперед, достигали поставленные задачи. И здоровья нам, и благополучия. Спасибо вам. Спасибо за совместный труд. С праздником, уважаемые. Дорогие мои коллеги, уважаемые мои земляки, вы знаете, Достоевский сказал, если нужно уничтожить человека, это очень просто. Достаточно ему сказать, что то дело, которым ты занимаешься, никому не нужно. Никогда невозможно применить это к вам. 2018 год мы закончили. Плюс консолидированный бюджет более чем 20%. Такое сделали 4 района. И одни из них вы. Это ваша заслуга. Огромное вам человеческое спасибо. Арсен Разумович, огромное вам за это спасибо. Дорогие друзья, благодаря вашей четкой и слаженной работе живет и развивается не только Крымский и Абинский районы, живет и развивается Краснодарский край, да и Россия в целом. Государство держится на вашей службе. С праздником! Счастья, благополучия, успехов! И храни вас Господь Бог! Счастья! Вам желаю, дайте руки, погадаю. Все, что было, все, что будет, расскажу вам, Бог не осудит. Счастья вам желаю.